ku moritovic eli up Umone re patra, bocorana natsa Menkel rasten ku adrenalin i pakasa Представим один простой индийский бит. Под ваши бурные аплодисменты. Дорогие наши, Индия Продакшн студия представляет от создателей Панфора Диско и Сименс C35. Единственный фильм, в котором не стреляет висячее на стене ружье и не льет дождь по пустякам. В фильме также отсутствуют эротические эпизоды. Итак, в главных ролях Радж Капур, он же Раджа, для друзей просто Раджи. Один из богатейших людей Индии сколотил свой капитал своим голосом, потому что хорошо по утрам кричал «Жабели спит! Жабели спит!». 10 лет назад он потерял жену и сына, а 2 года назад его дочь Сита вышла из дома и не вернулась. Он до сих пор думает, что она в армии. И вот спустя 2 года его жена вернулась наконец-то домой. Его дочь Сита вернулась домой спустя 2 года. О, дочка, ты вернулась из армии? Нет, отец, я не была в армии. А где ты была? Я была на телепроекте «Дом-2». Отец, прости меня, пожалуйста. Родители Аксению Собчак? Да. О, какой позор! Я опозорила весь наш род. Отец, прости меня, я не хотела, меня заставили. Кто тебя заставил? Я отомщу. А это кто такие? Может, они тебя заставили? Нет, отец, на телепроекте «Дом-2» нужно строить свою любовь. Я должна сделать выбор между 2 парнями. Но как я могу сделать выбор без тебя? Ты должен помочь мне. Отец. Подойдите ко мне. О, Раджа, я люблю вашу дочь. И хочу ее сердцем. О, Раджа, я люблю вашу дочь. О, Раджа, я люблю вашу дочь. Я хочу его руку, сердце, ногу и все остальное. О, нет, Раджа, я люблю вашу дочь. Знаете, я сказал. Что же мне делать? Принять домой опозоренную дочь? Или выдать ее замуж одному из этих лохов? Как все сложно. Прошло долгих и мучительных 5 лет. Итак, я принял решение. Я знаю, что мне надо делать. Мне надо подумать еще чуть-чуть. Прошло 10 лет. Кстати, итак, перед тем, как отдать свою дочь. О, Раджа, я люблю вашу дочь, хочу его руку, сердце, ноги и все остальное. О, нет, Раджа. Знаешь, я сказал. Перед тем, как отдать свою дочь одному из вас в жены, вы должны пройти ряд испытаний. Итак, для начала проверим ваш интеллект. Почему, мое любимое, число 53? Отвечаешь ты. Потому что прибавляя 47, получается 100. Неверно. Ты отвечаешь. Наверное, это ваш номер телефона, Раджа. Правильно. Молодец. Итак, второй вопрос. Зимой и летом одним цветом. Отвечаешь ты.
Элтон Джон! Неверно. Ты отвечаешь. Да, конечно, елка, Раджа. Молодец. А теперь перейдем к танцевальному конкурсу. Поскольку мы без танца никуда. Какой у тебя будет экипаж? Хорошо. А у тебя какой типаж? Мне больше понравился твой экипаж. Первым будешь выступать ты. Мне нужен совет. Кто бы дал мне дельные советы? Была бы моя жена сами рядом, она бы дала мне совет. Кстати, а где же моя жена? Зина, где моя жена? Отец, ты не помнишь? 10 лет назад ты послал ее, и она больше не вернулась. Куда я ее послал? За пивом и заодно ухаживал за сыном. 10 лет я не видел своего сына. И хуже всего. 10 лет я не видел его. Отец,
И вдруг внезапно появляется жена Раджи, Сари. Я ухаживала за сына. Это же мой отец. Ты забыл, что твоего отца зовут сын? О, отец! Отец, нет. Зита, дочка моя, подойди ко мне. Как ты могла опозорить весь наш род? Как ты можешь ударить мою дочь? Как ты можешь ударить мою жену? Извините, мою мать! Тебя что, не учили у меня взрослых? Как ты можешь считать мою жену? Будущую жену? И тут, как бывает в индийских фильмах, дочка начинает петь свою грустную и мелодичную песню. Ты, Сари, не жена Раджи,
и моя жена. Раджа, Зита не твоя дочь, она твой сын. Вы мне поверили? Да. А вы нам поверили? Если нет, то мы идем к вам. Спасибо, я приехал к нему.